Самое главное, ведь на самом деле, что развитие карьеры возможно только через развитие личности. И что происходит, когда мы развиваем свою карьеру? Мы развиваемся сами. Через построение себя, через развитие себя, через нахождение своих самых главных мотивирующих задач, что же меня движет в своей карьере. И еще очень важный вопрос. Пока сейчас Игорь готовится к тому, чтобы выйти сюда, я хочу, чтобы каждый из вас сейчас взял себе, вот все равно этот листочек сдадите, но чтобы вы задумались, переверните на секунду этот листочек, да, переверните его, и напишите, а каким делом вы занимаетесь? Может быть, это будет в первый раз, когда вы серьезно задумаетесь, а что это за дело, которым я занимаюсь всю свою жизнь? Что, какая моя профессия? Какое мое дело? А потом я вам скажу, какой фильм нужно посмотреть для того, чтобы подумать о том, действительно ли это то дело, которым я занимаюсь. Итак, моя позиция сегодня, что развитие карьеры – это очень важно, это очень благородно и очень интересно. И перспектив в развитии карьеры колоссальное количество, их безграничное.